Проходит день 1Б главного события. Что новенького в зале? У нас появился уникальный уголок, где можно познакомиться со сногсшибательной девушкой. И мы сейчас, к сожалению, говорим даже не о пресс-зоне. Аля у нас ответственная по мне все покеру. Аля, ну рассказывай, что здесь у тебя происходит? Что у меня тут происходит? У меня фантастические футболки. Вот. Все желающие могут ко мне подойти лично и приобрести эти футболки. В общем, если вы всю жизнь свою не знали, как познакомиться с сногсшибательной девушкой, подходите и говорите: я всю жизнь мечтала о футболке, мне все покер, и разговор завяжется как бы сам собой. Что только не увидишь на евразийском покерном туре, гранд-финале в казино Сочи. Вот, допустим, нашего любимого Михаила Семина мы не видели уже месяца 4. Михаил, вы, кстати, можете говорить. Хотите поздороваться? Мы тут работаем, люди в курсе. Здравствуйте, приезжайте к нам на серию. Стойте, Михаил. Приезжайте к нам в команду. Да. Вот знаете, во-первых, Миша всегда говорит, что я не буду сниматься в одном кадре с девушками. Я могла заходить, потому что я видимо, страшненькая. Как раз вовремя заработал этот аппарат, да, и я не слышал вопроса. Да это не важно, я просто рассказываю, Миш. И вот специально для Михаила мы создали вот такой баннер, чтобы можно было снять Мишу с девушками, а это нужно. Сначала вырезали мне лицо, мое лицо, и сделали меня маленького роста, в два раза ниже, чем я. Мы оставили шикарное, твое шикарное тело, чтобы все могли подставлять лицо. Здесь похож на коротышку, который вот у вас тут этот Артур армянин, который всем рулит. Не-не, Миша, знаешь, вот заходишь в зал и издалека видно сразу торт Михаила. Ну ладно, если так, то. Смотри, вот на EAPT можно все. Можно говорить вообще обо всем, никакой цензуры. Месяц назад мы здесь были на одной серии, которую нельзя называть. Мы тебя не могли снимать. Понимаешь, да, там конфликт интересов. Сейчас ты приезжаешь, и здесь можно все. Хотя ты принадлежишь к компании, которую мы тоже не можем опять-таки назвать. Но мы слышали, ты теперь с Даниэлем Негриану вместе. Ну, мы давно с Даниэлем вместе. Мы в этом году с ним на мировой серии покера играли. И как на он? На финальном столе. Он меня все время троллил. Считает, что я играю только на нациях. Филатов или Негриану? Ну, с Филатовым у меня ничего не было, а с Негряну, как я говорю, мы были на финалке. И... Ну, Даниэль мне ближе, он играет все те же игры, что я, а Толик, он только в две карты может, поэтому пока что. Че, выйдешь? За кого? Я же уже женат. Я хотела, ну, на самом деле, мы, как уже отмечали, твой шикарный торс, да, и мы хотели на тебе показать наши футболочки. На них написано «Мне все покер». Ну давайте, не вопрос. Выходи. Куда? Сюда. Если тогда тебе нравится. Да, люди поймут, что это не мой торс был. Че, прям это тут дыра останется. В общем, 3 дня мы ждали, когда приедет какая-нибудь супермодель, на которой можно будет примерить нашу новую коллекцию. Но Патрик Антониус остался в Финляндии. Да, поэтому мы подумали, ну, как бы. То ли Филат еще не вернулся с богам. Да. И поэтому внимание, черный ящик. Па-па-па. Трам-пам-пам-трам-трам. Где тот мотив? Там-трам-трам-там-там. Так просто или надо? Не, давай надевай. А, ну, малыш, давай. Скорее надевай. Забавные напевы. Какая-то она в обтяг все. Восхитительно. Просто кто придумал этот невероятный... Миша, она тебе маловато. Прости. Сказали же, что М-ка, да, это как там. Ну, класс. Ну, тебе нужно... Не, ну просто у тебя футболка очень большая под ней. Давайте я могу чемпионский кубок померить там или еще что-то. И победителем мейн-ивента и APC Grand Final, вероятно, становится Михаил Семин! Та-ра-ра-рам, 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 та-ра-ра-рам. У меня 5 мотивов, нет, ну спасибо. Ну как? Ну ничего. Эмоции. На что вы потратите выигрыш? Что-то он потяжелел, или я раньше был это? Да. Отдам Лере. Это просто... И Той. И Марни. Да. Ну, спасибо, пока. Спасибо вам. Пока. Покупайте майки, играйте в покер. Класс. Ладно. Окей. С девчонками лучше не общайтесь.